Привет всем! Сегодня мы опять посмотрим, где и с кем он сейчас, где он находится, что он делает. Наш мальчик, наш мужчина, наш король, наш возлюбленный. Выберите, пожалуйста, в колоде, в игральной колоде вашего короля, будь то это крестовый, червовый король, Бубновый. Или, может, вы будете гадать на крестово? А? а может, вы будете гадать на пику. Вот и пика. Это старые такие советские карты. Я купила их негаданными. Сама на них гадаю. Они в очень хорошем состоянии. Называются карты сувенирные. Очень красивые и всегда говорят правду. Выберите короля, на которого мы будем гадать. На пикового, крестового, червового или бубнового. Выбрали. Окей. Теперь эти карты мы смешиваем с основной колодой. И будем выяснять, где находится какой король. Чем он сейчас занят. С кем он. И где он. И что у него вечером в планах? Покажут эти карты. Его и ближайшее будущее мы будем э, раскладывать в четыре ряда по 9 карт слева направо. Вы можете, кстати, это делать и дома сами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, вот так у нас колода наша появилась, разложилась ковром. И сейчас мы будем смотреть каждого короля в отдельности. Итак, давайте сначала посмотрим, кто же у нас выпал в самом дальнем углу. В самом дальнем углу у нас выпал король крестовый. Он сейчас находится с каким-то либо парнем, либо он просто смотрит телевизор. Человек находится в спокойном состоянии. У него, в принципе, все хорошо. Но, однако, он сегодня вечером узнает какие-то не очень хорошие вести. Они его расстроят, но не так, чтобы очень. В принципе, сегодня вечером он просто ляжет спать и ничего его не, не будет, в принципе, тревожить. А в прошлом у него, в ближайшем прошлом, было, что он встречался с какой-то семьей, либо это когорта людей объединенных какой-то одной целью. Это может быть, ну, все то, где люди могут выпадать одной мастью. То есть это либо семья, либо это родственники какие-то, либо это группа людей с одними интересами. Вот он с этим был, сейчас он пришел домой, и, в принципе, ничего у него сегодня дальше не будет. Никаких таких... Даже если, даже если вы знаете, что он пойдет на какой-то ночной клуб, либо вы знаете это стопроцентно то я вам скажу, 50% значит, что он не пойдет, и 50% что ему там будет скучно, и он будет хотеть домой. Все, чем кончится сегодняшний его вечер. Дальше давайте рассмотрим в той же линейке короля Бубнового. У Бубнового короля такая же история. Он выпал в противоположном краю от Крестового короля. У него тоже сегодня ничего не предвещается. Он будет себя вести дома тихо, спокойно, хорошо. Где бы он ни находился, он будет в состоянии покоя. И, скорее всего, это будет дом. И он будет, кстати, находиться там, в этом доме будет находиться женщина. Она выпала такой же масти, как и король. Это значит, либо мама, либо жена, либо человек, с которым он связан какими-то родственными узами. В прошлом у него тоже, день прошел у него так – ни о чем, в принципе, ничего конкретного. Да, могли бы быть какие-то дела, были разговоры какие-то. Три восьмерки выпало, значит, у него было много каких-то разговоров сегодня. Но, в принципе, в будущем у него ничего такого супер-пупер какого-то такого не будет. Человек просто отдыхает. Дальше мы с вами рассмотрим червового Короля. Червовый король, кстати, сегодня весь в внимании, весь в общении он находится с дамой, либо, смотрите, черва выпала с червой. Мы теперь будем абстрагироваться от этого короля и будем описывать уже э, настоящее и будущее вот этого червового короля. Он сегодня находится либо с женщиной, которой он связан брачными узами. Это может быть его сын, то есть, это семья какая-то. Мартин, либо он в компании людей, которые связаны какими-то э, с друг с другом идеями, которые связаны на эмоциональном уровне, которые приносят его, ему удовольствие, потому что он весь в э, червоных, в красных картах в бубях он весь, ему хорошо. Но кстати стоит отметить, что у него выпал вот тут вот в ногах у него выпала пика, он либо видел похороны, он либо чу... чуял что-то что что-то плохое возле него. как-то это его стороной прошло особо не зацепило, но что-то неприятное у него в прошлом было. И посмотрим на нашего последнего короля это у нас э, Пиковый король. Что же было у Пикового короля сегодня, да? А у Пикового короля, кстати, он находится сейчас с двумя девушками. Причем, это у него карта свидания выпала червовая карта. Это говорит о том, что он либо на свидании, либо общается с двумя девушками практически. Так, они младше его, и вот это самое младшее, вот это вот постарше, но все равно младше его, и вот это. Это все-таки какое-то свидание именно с двумя девушками. И причем это любовное свидание. Это говорит о том, что он и на одну смотрит, и на вторую смотрит. Это может быть так, что какая-то дама привела с собой... другую подругу свою и вот они так общаются причем Стоит обратить внимание и на эти два туза. Два туза выпали рядом. Вот, кстати, скорее всего, вот эта вот подруга привела вот эту крестовую, да. А этому королю загаданному ему больше нравится креста, чем та, которая изначально с ним шла. И у этой карты, у, кстати, у этой пиковой дамы, у нее были не так давно слезы. Слезы, какая-то утрата была, от вечерней дороги, скорее всего, это какие-то девушки легкого поведения. Вот серьезно, я бы так сказала, что они очень часто, у них глаза замылены, они часто встречаются с какими-то другими мужчинами. И вот, кстати, у этой пиковой у нее карта вот этот узак говорит о том, что она еще пришла и с какими-то делами, с какой-то папкой деловой к нашему пиковому королю. Вот так он сегодня, вот так вот он сегодня проводит свой день, наш король. Какого бы вы ни выбрали, я надеюсь, я максимально, как могла, а, а, влезла в это небольшое видео и рассказала вам, чем он сегодня занят. Все, спасибо за просмотр. Пока-пока, люблю вас.